город Мозаик Мадаба расположен всего в 30 километрах от столицы Иордании Аммана. Жемчужина Мадабы, древняя мозаичная карта Святой Земли, покрывает пол церкви Святого Георгия. На ней изображены Иерусалим и города Святой Земли, вплоть до дельты Нила. Греческая православная церковь Святого Георгия была возведена в конце XIX века над остатками древнего византийского храма VI века. Площадь мозаичной плиты с картой первоначально составляла 94 квадратных метра, однако от всего этого великолепия уцелела примерно четверть. Изображения на карте соединены по законам реальной топографии. Карта имела и практическое назначение. Она позволяла достаточно точно рассчитывать пешие паломнические маршруты. Находясь в церкви во время богослужения, здесь можно было также совершать и духовное путешествие по Святой Земле. Еще в VI столетии Мадаба была центром мозаичной школы. Проекты исходили из Константинополя, а качество выполнения мозаик объяснялось самобытным талантом мастеров Мадабы. В современной мадовской школе мозаики, действующей под эгидой Министерства туризма, обучают искусству создания, восстановления и реставрации мозаики. Это единственный проект подобного рода на всем Ближнем Востоке. Выпускники школы по мотивам старинных мозаик создают свои новые оригинальные работы. Они должны прослужить людям не меньшее количество времени, чем их древние предшественники. Сувенирный центр Мадабы отличается огромным количеством мозаичных работ, представленных в различных изделиях, предметах быта и домашней утвари. Большое впечатление произвел на нас орел, убивающий змею. Античные греки верили, что так сам Зевс расправляется со своими врагами, сменившими обличье. Триумфальная победа величия над ничтожностью.